Привет, ребята, сегодня мы постараемся заработать за, примерно 10 минут максимально монет. У меня прямо сейчас на балансе 49 монет. И сегодня я вам расскажу, какие способы есть для заработка монет, быстрого заработка. Чтобы купить, вот это, то, что у меня уже есть, вот это. Короче, самые эффективные варианты это... Сейчас я вам буду показывать. Это гонки. Дальше это у нас элит сквад. Дальше это у нас дуэль. Но для дуэли есть особый способ. Смотрите, правда, я сейчас это не могу показать, но нужно зайти... Если у вас есть второй аккаунт, или второй друг, то просто заходите в дуэль. Дальше... подключайте вашего друга и просите его выйти. И вам дают 25 монет за это. И так за неплохое количество денег можно нафармить за такое время. Ну, дальше способ. Из этого способа мы примерно можем заработать дофига монет. Показываю вам, что... И, кстати, сейчас я покажу все крылья, три вида крыльев, как получить крылья в Chicken Gun. Вот такие. Какие у меня? Мы поехали. Для начала заходим в сервера, создаем первую игру, Sandbox, например, если там будет эта карта. Сейчас, секунду. Так, листаем. Вот, Misty Tavern. Ставим вот, или просто пароль вот такой вот. Так, дальше мы загружаем нашу игру, и вот мы подключились. Дальше, мы должны... сейчас я вам покажу. Мы должны взять любую нашу машину. Уберем вот эту. Нам нужно доехать на стоянку такую, там, где находится Cartoon Cat. Многие знают. Прошлая версия. Надо доехать. Пока не знаю, где она. Она должна быть недалеко от спавна нашего. Так тяжело найти. Ребята. Это, походу, будет долго, но... Вот она. Это она? Вот она. Да. Смотрим. Вот тут вот Cartoon Cat в этом автобусе. Я даже могу прямо сейчас вам показать. Смотрите. Вот он. Если он его не убрали. Его убрали. Ладно, ребята, не будем томить. Мы должны дойти вот сюда. Вот. И вот эти крылья. И все, что надо, да, чтобы их получить, это вот что сделать. Это встать на них. И все, смотрите. Выходим в меню. Магазин. Вот, все, пропускаем ее. Так, все, теперь мы заходим в рюкзаки, и у вас должно появиться вот это крылья. Вот, они у меня появились. Следующие крылья будут черные. А потом я покажу еще прелести этих крыльев. Заходим на сервер, создать игру. Мы не сможем ее создать, поэтому делаем альбомс, там дуэли, и нам нужна карта Форд. И вот. Все, начали. Нам нужна база петухов, только мне надо поубивать этого чувака. Вот, нам нужно... Ай-яй-яй-яй, отсюда. Подождите, ребята. Надо бежать, я хочу ему кое-что показать. Бежим. Надо его сейчас быстренько убить. Хорошо. Дроидка. Раунд 2. Противно, надо его не трогать. Поэтому мы забегаем вот сюда. Бежим. Идем сюда, Быстрей. Давай. Это андроидус. Так, нам, ребята, нужно идти. Нам нужно выйти на вот этот балкон
И вон, видите, вот этот уровень выделяет помех. И это база пинков. Нам нужно дойти вот сюда. И смотрите, сейчас будет просто же. Ну вот, крылья, вот они. Вот, если что. Блин, сейчас я вам еще стараюсь показать. Он задолбал. Если бы я. Ну, короче, нам нужен сразу бинокль. Автомат. Я не могу теперь найти выход. Ну, короче, ребята, вы поняли. Это карта в дуэли. Следующие, и вот какие у нас крылья появляются в инвентаре. Смотрите, вот такие вот крылья. А чтобы заработать зеленые, это надо постараться. Смотрите, мы заходим в, например, Sandbox, и я, кстати, сам не помню особо. Ну, блин, создать игру. Sandbox. И теперь нам нужна карта, вот, сейчас я вам покажу ее. Если она... А, нет. Все против всех, значит, ставим. И, кстати, я постараюсь найти еще одно крылышко. Дальше. Тавантри. Пароль, опять же. И вот. Заходим на эту карту и определяемся по этой больнице. Вот эта больница. И мы должны найти вот это вот дерево. Вроде, если я не ошибаюсь. Ставим камеру и начинаем проверять. Смотрите. Это оно? Нет, а вот это? Нет, он что-то видел. Ладно, ребята, давайте просто без камеры попробуем. Попробуем с помощью портала. Ставим вот так вот плитку. Ставим порталы. Вот так вот. И заходим. Первым крыльев нет. Идем дальше. Сейчас берем этот порталик, входим в него и забираем его с собой. Каждое дерево. Теперь ставим портал вот сюда, вот. И заходим вот сюда. Оно должно быть вот в этом дереве с помощью порталов. Дальше мы должны получить уже красную. Так. Когда я сказал то, что заработок монет, я перепутал. Это видео будет завтра. А сейчас я вам показываю, как заработать красные крылья. Создаем типа сэндбокс, например, и идем на карту вот это, РВП Трак 3. Типа, создаем опять какой-то невозможный пароль и создаем карту. Смотрите, мы облетаем и прям под стартом. И вот, смотрите, вот старт. И вы сейчас просто будете шокированы. Берем вот этот блок, потому что мне так будет тяжело. Опускаемся, и вы будете в шоке. Вот они, вот. Вы, наверное, их не видите, но я вам покажу поближе. Вот они. Ай, подожди. А, стоп, точно, я не убиваю его. Смотрите, вот они. Вот это маленький пиксель, вот этот. И мы на него встаем ровно так же и получаем. Также выходим. У меня эти крылья уже нет, мне их нечего получать. И вот мы их забираем. И мы, ну, а вот эти следующие крылья можно получить только на версии 3.2.04. А у меня прямо сейчас версия 3.2.02. Ну, а на этом все. Наше видео подходит к концу. Всем удачи и пока!